Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Иосиф Оганесян открыто говорит, что несмотря на то, что он любит Сашу Черно, он не видит с ней будущего. Также он говорит, что она не нравится его родителям, и эту ситуацию не изменить. Саша обиделась и хочет съехать. Из-за стрессов Черно сорвалась, она стала много есть и опять набрала вес. «Подскажите, как худеть так, чтобы есть гадости и худеть?» – спрашивает она. Мария Кахно очень довольна результатом ринопластики, она опубликовала фото до и после операции. Стала известна вся правда о происхождении Мэри Кулешовой. Девушка водила окружающих за нос, когда рассказывала о своем благородном происхождении и японских корнях. У нее необычная внешность, она считает себя на голову выше других и не упускает случая заявить об этом. Оказалось, что родилась Кулешова в небольшом поселке на Сахалине, а несколько лет назад она перебралась с родителями в столицу. Отец Мэри вовсе не японец, и языка предков она, конечно же, не знает. Кристина Дерябина призналась, что всегда будет благодарна проекту «Дом-2». Он многому научил ее и подарил любовь. «Саша снимал меня 1.5 года на телепроекте. Я часто думаю о том, что я все же построила свою любовь, пусть и за периметром, но это прекрасное шоу так или иначе связало нас». Вика Романец подает в суд на антифанатку, которая выложила в сеть скрин переписки якобы с Антоном Гусевым. Антон делился подробностями их интимной жизни. «Я подаю в суд, это все монтаж», – пишет Романец. Женщина, которая это творит, имеет мужа полицейского. Его ведь просто уберут с должности, я дойду до конца. А защищать права Вики в суде будет известный адвокат Сергей Жорин. Подписчики Вики сравнили, как девушка выглядит в своем Инстаграм и в блогах ее друзей. В своем блоге у Вики откуда-то появляется тонкая талия и подтянутое тело, тогда как ее друзья и знакомые обходятся без фотошопа и публикуют фото Романец в естественном виде. На самом деле у Вики довольно рыхлое тело, и со спортом она явно не дружит. Алиана Устиненко рассказала, что она приняла участие в новом проекте на Первом канале. Это передача «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев. Алиана вместе с бывшим мужем Сашей Габозовым рассказали о своем разводе. Поддержать Сашу пришли Чуев, Иванов и Гозиас. Алиану поддержала Ирина Александровна Агибалова. Алена Водонаева делится рецептами красоты в своем микроблоге. Недавно она призналась, что наращивает детские волосы. Алена рассказала, что это новая технология, которая пока не получила в России большого распространения. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.